Михаил, добрый вечер. В каждой стране молодежь по-своему сходит с ума. Это известно давно. Считается, что молодежь во всем права. Это тоже истина, но истина ли? Что происходит сегодня с нашими детьми? И никогда мы так не ставили вопрос все-таки. Как фильмы, кинематограф, телевизионные фильмы, сериалы влияют? Вот действительно, как они влияют на сегодняшнюю молодежь? Девочка, подмосковные текстильщики, на сковородке поджаривала живых хомячков. Вполне здоровая психически, уравновешенная девочка, как врачи сказали. Живодерка. Оказывается, жарить хомячков живых на сковородке на огне ей подсказало наше российское кино, сцена из фильма. Только в фильме сценарий это было придумано, а в жизни дети то, чему научил кинематограф, воплощают наяву. То есть, если бы американские психиатры это классифицировали, это есть такой диагноз – садистическое расстройство личности. К сожалению, вот в этом возрасте оно проявляется. Это отсутствие информационной политики на протяжении последних 15 лет. Ей 17 лет уже этой девочке. Вот ее фотография. Нормальный ребенок. Если каждый день смотреть то, что показывают на экранах российских телевизоров... Не, ну хомячков не каждый день показывают, согласитесь. В этом созыве Государственной Думы я вносил законопроект, по которому предлагал количество негативной информации о преступлениях, катастрофах сократить до 10% от общего объема вещания. Но, к сожалению, действующий состав Государственной Думы данный законопроект не поддержал, и именно поэтому вакханалия на телевидении продолжается. Общее понятие, да, для детских расстройств – дезонтогенез, то есть нарушение нормального развития. Вот одно из них – это как раз дисгармоническое расстройство. Государство не должно это пропускать, это факт. И то, что в 3 года ребенок на телевизоре говорит: «Хочу быть миллионером». Или как девочка 5 лет спрашивает: «Ты кем хочешь быть?» «Я хочу быть Ксенией Собчак», когда она смотрит «Дом-2» и все эти ужимки и прыжки. Возьми список картин по телевизору. Американская, одна европейская. Американская, убивают, жгут, насилуют, мордобитие бесконечное, и счастье от этого, и праздник от этого. Когда вы видели чисто русский фильм о России, чисто русский? То есть непридуманная Россия, высосанная из пальца? Вчера. Что видел? Смотрели отлично? В бой идут одни старики. А, понятно. Вот я об этом и говорю. А из сегодняшних фильмов, вот совершенно серьезно спрашиваю лауреата Ленинской премии. Когда, Василий Семенович, вы видели действительно по духу нашу российскую картину про нашу жизнь? «Остров». Вот последний остров. Раз. Остров. Вот последний раз видел «Остров», который от начала до конца обычно смотрю 2-5 минут, все. «Остров». Вот там есть то, что я считаю должно быть главным в искусстве, для чего оно существует. Нравственное состояние души человека. В ад собралась? И меня с собой затащить хочешь? А? Замуж не возьмет. То, что недавно записывая «Войну и мир», я видел, как постепенно Лев Николаевич, князя Андрея, от передал устерлицам: «Хочу, чтобы меня все знали, хочу, чтобы меня все любили, не пожалею никого из родных для того, чтобы меня знали и любили». Выстрел, лежит небо. Как же я раньше не видел этого неба. Вот все искусство сводится к моменту, как же мы раньше не видели вот того, что делается, а занимаемся этими вещами бесконечно. Как же я не видал прежде этого высокого неба. И как я счастлив, что узнал его наконец. Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. И студентов своих я тоже заставляю делать дипломные работы, и работы просто по классике, прежде всего, потому что они мне приносят разную сегодняшнюю ерунду, чепуху, детективы дурацкие, немыслимые для сегодняшнего жесткого времени произведения. Я им говорю: стоп, ребята, занимаемся классикой, спасаем душу российского человека. Русское кино в жопе. Русское кино в жопе. Только Федя Бондарчук прикольный чувак. Вот Федя прикольный. У него отец Оскара брал.
И он возьмет. Сейчас поднатореет и возьмет. Зачем жопу сказал? Мне теперь стирать. Я поставил фильм. Прежде эта пьеса была поставлена в Московском художественном театре. Изображая жертву. Братья Преснякова, режиссер Кирилл Серебренников. Ну, она встала, потерпевшая Маринка, сказала, что хочет пописить, и пошла к этой. Рукой покажи. Сейчас фильм вышел. Ну, это эпатаж. Это, я считаю, что и Пресняковый, и Серебренников таким образом эпатируют зрителя, чтобы сразу взять его внимание к себе. Это ход чисто драматургический. Вы, значит, сидели здесь, и она пошла? Да, пописить. Так, вы здесь стояли? Я отдала ей ключ, она мне заплатила. Я попросила ее сразу заплатить, потому что... Ну, до того, как на посыд. Ты знаешь, когда-то Анатолий Ильич Луначарский, на кого-то разозлившись, уже в 30-е годы, закричал: «Что вы мне все говорите? Ленин, Ленин, да я, если захочу, из Владимира Ильича найду вам такую цитату, что оправдаю все на свете». Эпатаж. Вот как ход, вот как так можно. Дай послушаем, о чем говорят эти люди. Так, дальше, потерпевшая как себя повела? Как? Ну, что она сделала? Ну так, пукнула. Это эпатаж? Потом... Или это просто дурь? Это эпатаж. Я не понимаю, допустим, груз 200. Я считаю, что аморально. Еще одна дешевая агитка, я прошу прощения. Не агитка, это патология. Вот если говорить, изображая жертву, это художественная патология. А мы патологию за искусство принимаем. Кассеты покупаем. В художественный театр приходим. Мы показывали мат на сцене МХАТа неоднократно. Пока не снимет спектакль Табаков, всегда это буду показывать. Прошу меня понять правильно. Эти же слова можно было без мата сказать, этот текст. Легко. Олег Павлович целую теорию в газете «Аргументы и факты» изложил. В ответ на момент истины. Я, наверное, ничего не понимаю, я не спорю с этим. Век живи, век учись. Но Константин Сергеевич Станиславский, Владимир Иванович Немирович Данченко, Василий Иванович Качалов, Ольга Николаевна Андроновская. Был бы инфаркт. Инфаркт, правильно. Все да, это понимают. Конечно. И Табаков это понимает. Ну, касса. Деньги, деньги, деньги. Все делают деньги, безусловно. Здесь один из самых обеспеченных театров России, МХАТ. Бойкий репертуар, конечно. Немножко, это художественный театр. Это никакая, там, не какая-нибудь там... Ну, это уже не художественный театр. Да это, я понимаю. Это другое. Потому что у нас нет цензуры стыда, нет цензуры совести. У нас нет ответственности перед теми детьми, внуками, которые после нас. Руку держала в руке, и как в давние дни не хотела отпускать на ночном сквозняке его легкую душу и тело. И шепнул он ей, глядя в глаза: «Если жизнь существует иная, я подам тебе знак, стрекоза постучится в окно золотая». Умер он через несколько дней. В хладном августе реют стрекозы там, где в пух превратился кипрей. И на них она смотрит сквозь слезы. И до позднего часа окно оставляет нарочно открытым. Стрекоза не влетает, темно. Не стучится за гробным визитом. Значит, нет ничего. И смотреть... Нет на звезды горячего смысла. Хорошо бы и ей умереть. Только сны и абстрактные числа. Но звонок разбудил в 2 часа, и в мобильную легкую трубку чей-то голос сказал: «Стрекоза!» Как сквозь тряпку сказал, или губку. Я-то думаю, он попросил перед смертью надежного друга. Тот набрался отваги и сил. Не такая большая услуга. Сейчас в кино ни одной большой, великой работы не вижу давно, хотя уже снимают классику. 500 метров в день. Ты понимаешь, 500 метров в день, план.
А в картине план. Всего... План 500 метров в день. Серия. А в полуторачасовой картине сколько метров? Я не скажу, 10 частей, значит, приблизительно 3 тысячи. Короче, это за 4-5 дней снимает фильм. План каждый день по 500 метров? 500 метров. И одной камеры, и никаких врезок, никаких акцентов. Идет такое просто бразильское кино, знаешь? Ну, вообще-то говоря, если одним словом, это беда. Это беда. Само направление внимания. Режиссер Серебренников очень сейчас модный, многоделающий. Но у меня такое впечатление, что вот и он, и ему подобное, без царя в голове, вот то, что называлось. Деньги на ветер никогда не летят. О! Значит, кому-то никогда. Надо. Никогда. Если я ненавижу русскую речь, художественный театр, то все это и будет. Мое предположение, если я ненавижу. И деньги находятся у тех людей, кто также ненавидит или готовится к отъезду из страны. Почему не допускаем мысль, что те люди, которые, наворовав здесь, трясутся здесь каждый день, далеко Россию не любя, да, не хотят отомстить за все за это? Как? Вот есть пьеса не очень здоровых людей. Ну неужели это может делаться сознательно? Может быть это... Мы все орем Березовский. Березовский столько врагов у России на самом деле. Понимаете, в чем дело, Андрей? Давайте откровенно. Не даст дохода фильм, изображая жертву, как ни старайся. Не даст, не имеет отношения к искусству такая вот продукция. А деньги должны окупаться, учили меня. Или это... Не окупается, кому не окупается? Никому. Деньги на ветер. В этот ряд становится то, что сейчас делается так называемой русской классикой. Вот вы сказали, Серебренникова лес, полный восторг. Такое количество призов и премий, такое впечатление, что на людей морок сошел. Изображая жертву, тоже премии имеет там какую-то? Да. Но я спрашиваю, почему... Я думаю, что это не заговор, а просто маховики современной цивилизации. Жажда прибыли вытеснила служение истине. Если девочка жарит хомячков, потому что так кино научил. Подняли железный занавес, и все это дерьмо масс-культуры и шоу-бизнеса потекло сюда и затопило беспомощную послекоммунистическую Россию. Я выхожу в наш садик, вот за окном, скамейка. Сидят 6 молодых людей, 3 девушки, 3 мальчика. Им лет по 15-16. Что они делают? Они пиво пьют из бутылок. Вот, смотрите, Вермеер или Рембрандт. 17 век. Какая жизнь бюргерская замечательная. Какие полы наборные. Какие окна, сверкающие, переливающиеся разными цветами и красками. Какие воротнички. Как удобна одежда, мужская особенно. Как это все красиво. Бокал с вином. Скамейка. Они пиво пьют. Задрав голову, вот они из бутылок пьют пиво. Вот это ужасно. А потом с больной головы, конечно, почему бы статую не разбить? Впервые в истории города в летнем саду висит плакат «Уважаемые посетители летнего сада, ввиду участившихся случаев вандализма, мы вынуждены заколотить, как при бомбежках Санкт-Петербурга в 1941-1943 годах, парковые скульптуры». Это вандализм вот на очень простом уровне, понимаете, на самом низком. Уже спрос еще на уровне начала творения уже диктует развитие сюжета, событий и так далее. Элемент творчества, к чему привык русский кинематографист такой, как Тарковский, сейчас отсутствует полностью. На уровне замысла уже коммерческая ангажированность. Отсюда все остальное. Ну, хомячки, о которых вы говорите, конечно, все ужасно, и, но, к сожалению, по жизни это подражание бывает намного хуже. Кинематограф. Подражание кинематографу, видео, записям. Есть такое понятие самовоспроизведение преступности. Преступность порождает новую волну преступности через любые источники информации об этой преступности. Любые источники.
И вот там подражание заканчивается убийствами. Когда ребенок убивает ребенка. Ну, по сути, 14-15 лет возраст уголовного наказания за такое тяжкое преступление наступает с 14 лет. У вас есть такие примеры? У меня есть такие примеры, но я не хотела бы, конечно, о них говорить, потому что, я еще раз говорю, что это то, что опять-таки может сработать на подражание. Публика все-таки умеет быть или непонятливой, либо брезгливой. Одно из двух. Я почему и не снимаюсь в сериях? У нас раньше был отбор. У нас был план 50 метров. Снимали крупно, средне, мелко. 6-7 камер снимал. Я сейчас снимался в Киеве в одной картине. 450 метров в день, хоть ты убейся. И о каком качестве здесь можно говорить? Поэтому лучше я буду читать «Войну и мир» Баратынского. И студенту преподавать лучше. Татьяна Борисовна, Люберецкий район, я приведу пример, потому что это уже факт очевидный. Ну, тут, надеюсь, никто подражать не будет. Не только канцелярским ножом горло перерезали человеку, его еще и заживо закопали. Вот как в кино, вот правда, как в кино. Все ранние судимые, это Рябцев, Кузнецов, Кашуркин, решили проникнуть в частный жилой дом для того, чтобы подыскать ценные вещи и, соответственно, денежные средства. Пришли к этому дому, проникли в него. И в тот момент вернулся проживающий там Дмитрий. Фамилии я по определенным обстоятельствам не хочу указывать по его просьбе. Они были обескуражены этим, но вытащили во двор этого частного жилого дома, избили его, после чего Кузнецов несколько раз порезал его. А затем... Канцелярским ножом. Да, канцелярским ножом. После чего удерживали его, и Кузнецов, не понимая вообще логики своих действий, решил покончить с потерпевшим и своим соучастником предложил отвезти его в Томилинский лесопарк. Однако, хочу заметить, что им он об этом ничего не говорил. Мы его отведем для того, чтобы побить еще. А сам, подтащив к расположенной неподалеку яме, перерезал ему горло. После чего скинул его в яму и закидал как землей, так ветками и сухой листвой. Ну а дальше потерпевший пришел в себя, при этом не понимая, где он находится, попытался просто привстать. То есть разгреб вокруг себя ветки, листья и выбрался наружу. После чего, удерживая рукой горло, добрался до ближайших домов и сообщил о данном преступлении. Злоумышленники были задержаны в течение часа после момента совершения. Театрально перерезать горло человеку на краю случайной ямы, при этом убивать-то его не было никакой нужды. Ну а дальше уже совсем как в кино. Человек возвращается с того света, он жив. Более того, заявляет в милицию. Но опять-таки где-то это видели. Да. И такое повторяют, и самоутверждение, механические повторения того. А завоевать вот этот свой статус в этой стае иногда приходится через тяжкие, по сути, действия, агрессивные действия. Это, к сожалению, вот норма нашего дня. Жириновский сразу сказал, сегодня 60% американцев, если не больше, не верят в то, что это господин из пещеры взрывал башни-близнецы. А Жириновский сразу сказал, посмотрите, чисто голливудская постановка. Башня, случайная камера и врезаются самолет. Это Голливуд подсказал. Тогда не только Жириновский, а многие это отмечали, что это действительно сделано. Он через два дня об этом сказал, что это как сценарий, да, фильма. И тот, который в пещере сидит, Бен Ладен называется, ну, факс отправить не может. А тут все поставлено на широкую ногу. То, что мы видим, это явление не специфическое российское. Хотя у нас, конечно, это имеет свои черты, быть может, особенно омерзительные. Могу еще один пример привести. А вообще цивилизационное, понимаете. Хотя во Франции, например, искусство поумеренней. Там кровище не льется, и это невозможно на телевидении. Французские фильмы, слово Пьера Ришара, мало кто это знает, сегодня в Париже победили американское кино. Угу. Франция снова стала смотреть свои национальные работы кинематографические. Mais il marche bien le cinéma français, c'est même le seul cinéma. Да, но мне кажется, что практически единственный кинематограф в Европе – это французский, который продолжает сопротивляться вот этому вливанию американской культуры. Насколько хватит сил французского кинематографа сопротивляться? Я систем в Франции. Существует система французского кино. Они берут деньги у очень коммерческих фильмов и вкладывают их в некоммерческое кино, чтобы помочь молодым режиссерам проявиться. Это система государственная, которая помогает молодым кинематографам. Система оправдала себя, ваша точка зрения? C'est très bon comme système.
Oui, c'est très bon, parce que sinon... Да, мы не можем рассчитывать на частных производителей, потому что они хотят только зарабатывать деньги, а государство помогает молодым кинематографистам, и даже если этот фильм не очень удачный, все равно стимул. Французские фильмы окупаются так же быстро, как американские. «Титаник» окупился за один уикенд, как известно. Они возвращают деньги достаточно быстро, но в меньших количествах. La fin de l'URSS et le début Конец de la СССР, Russie. Начало России, американцы пришли и заняли все места. Но заметьте, по сравнению с американцами, французы еще держатся, потому что итальянское кино практически исчезло, английское кино практически исчезло, французы еще сопротивляются. И не лучшие от Америки, а самое худшее. И никакой голос никого. Никого. Лыжков запретил гей-парад в Москве. Какая волна пошла на мэра Москвы? Да-да-да, это воспринимается какой-то поразительный подвиг. Кстати. Другие-то голоса где? А негде говорить-то. То есть? Негде сказать, понимаете? Написать статью негде, нет «Эхо Москвы», нет канала ТВ-центра. Кублановскому негде. Вот расскажу вам конкретный случай. Уже 3 года в Абрамцево, в «Жемчужину» культурное Подмосковье, назначен директор, который добивает музей, добивает здание. Вы отвечаете свои слова? Это не мои слова. Есть письмо 30 лучших сотрудников, которые там проработали по 30 лет. И это письмо с большим трудом удалось мне опубликовать только в литературной газете. То есть музей под угрозой? Да просто под угрозой дом, мемориальный легендарный дом, он разваливается, он гниет. Без всякого согласования он начал вырубку парка. Мне случайно удалось приостановить эту вырубку, но за оградой парка вырубка продолжается. Угрожали вам? Я несколько раз писал Швидкову, понимаете? Ответ был от Швидкова? Юрий Михайлович, не беспокойтесь, все в порядке, впервые квалифицированный человек. И после Швидкой? Да. Мы открыли окно навстречу свободному, так сказать, воздуху, свободе. Ну, а вместе со свободным воздухом, естественно, летят комары, мухи и так далее. Поэтому нужно посмотреть очень близко вокруг себя, и обязательно найдешь причину. Наши уважаемые враги 12 лет пытаются понять, почему мы все еще живы. Это, Татьяна Борисовна, фантастическое выступление Чубайса, о котором сегодня многие уже забыли, на съезде СПС 3 года назад. Чубайс сейчас объяснит, вот как ему кажется, объяснит, а зал будет стоя его приветствовать, что это они, наша интеллигенция, либеральная интеллигенция, вы с Чубайсом и Гайдаром, выиграли Великую Отечественную войну, в том числе и они, Союз правых сил, Великую Отечественную войну. А еще раньше вместе с императором Александром II начинали в России реформы. Послушайте, пожалуйста, этот доклад. Как раз на вершине развитого социализма нас позвали, чтобы спасти страну от массового голода. Но чуть менее известен факт, что это именно наших отцов в 41-м, когда Сталин уничтожил весь цвет советской армии, позвали защищать Родину. Совсем плохо известен факт о том, что еще раньше Александр II, когда ему нужно было проводить земельную реформу в России и освобождать крестьян, позвал нас, а не кого бы то ни было. А еще раньше, Петр I, когда ему нужно было строить великий город и закладывать основы новой России, нас позвал для этого. Так было всегда, потому что всегда, когда в стране так, нужно Союз создавать... Союз правых сил подводит итоги своей деятельности за последние 12 лет. Союз правых сил построил город Санкт-Петербург, оказывается, вместе с Петром Великим, мы слышали. Вместе с Александром либеральные реформы в России начал проводить, и их папы, папа Гайдара и папа Чубайса, выиграли Великую Отечественную войну. Это попытка привлечь к себе внимание через скандал. Это же психологический прием. Вот что угодно сделать, поэтому лишь бы привлечь к себе внимание. Скандалом легче привлечь. От интеллигенции отворачивается, увы, в том числе и страна, ее общественное мнение, оказывается, интеллигенция не формируется, не общественное мнение. Раз так, то можно новым людям в Абрамцево погулять и по лесу Абрамцевскому, и музей гниет, как мы слышим. Все можно. В Амхате, в кинематографе, в Абрамцево, везде все можно. И защищать ценности некому. Раз такая интеллигенция. Получается, что интеллигенция в какой-то степени оказывается слабее, чем могла бы быть. А вот так в России никогда не было, в нашей стране. Вспомнила фразу, что революцию задумывают одни, реализуют вторые, а пользуются результатами проходимцы и мошенники. Но сами виноваты. Пришли некие силы, у которых денег много, культуры не хватает, понимание ценностей весьма специфично, ценностей вообще жизненных. Это тоже наша интеллигенция, кстати.
Не будет гражданского общества, общественного мнения, у нас будет то, что мы видим вот в вашей передаче и вообще на каждом шагу. А потому что вообще говорят, вы кто такие? Давно нет, да. Нет, вообще вы кто такие? Так заслужили. Фактически никто не молчал все это время. И каждый из нас свою позицию заявлял. Но то, что нас нет, ну давай вспомним Вишневый сад. Наташа, с одной стороны, скажем, эти виноваты. Это вечная история. Твой вечная. Любимый союз правых сил финансировал группу «Тату». Нет, секундочку, вот она, либеральная интеллигенция. Союз правых сил. Союз нерушимый. Та-та-ра-та-та. Ну что, девчонки, поехали? Замечательно! У меня самая любимая моя партия – это партия русской литературы. Потому что мы же не понимаем, что в нашей стране ничего дороже нефти и искусства нет. Искусство – это драгоценность, которая будет давать деньги и дальше. Посмотрите, что делается на Сотбис с живописью. Посмотрите, какие тиражи у Достоевского, какие деньги огребают. Наташа, если гомосексуализм на сцене освещен знаменем Союза правых сил, и этот концерт транслируется по телевидению, значит, можно. Значит, это можно. Значит, не надо удивляться ни художественному театру, ничему. Это официально, если угодно, пропагандируется. Вот она, вывеска. Сейчас колоссальный скандал в Коми. История в следующем. Клуб «За честные выборы», общественная организация Республики Коми, которая контролирует законность при проведении выборов, получила информацию практически сразу после вот мартовских выборов в Госсовет Республики Коми о том, что Союз правых сил систематически проводил подкуп избирателей в сельских районах. Раздавал деньги. Раздавал просто деньги и, да, и товары, чаще всего спиртное. По нашим данным, от 40 до 300 рублей. То есть 12 долларов за голос? Они собрали потрясающее количество голосов, причем в сельской глубинке. Сколько? Мы насчитали около 20 населенных пунктов в сельской глубинке, где они собрали более 15%. При том, что они две кампании до того брали не более 1,5-2%. Сама эта партия объясняла такой результат тем, что они активно проводили избирательную кампанию на неких инновационных методиках. Вот, для примера, деревня Большое Галово Ижемского района. Все эти деревни, они чаще всего не более 1500 жителей. Значит, деньги, водка. Ну, водка реже, чаще сейчас идет красное вино. Сколько же бутылочка стоит? Ну, около 40 рублей как раз. То есть а они вот за вино такое? Примерно мерили. Ну, низкокачественное, конечно. Если вот в деревне Большое Галово насчитывается 200 избирателей, и СПС берет 35%, занимая первое место, обходя Единую Россию, ЛДПР и прочих, но это вызывает сомнения в правильности либо подсчета, либо в правильности голосования. Сельские местности деньгами не богаты, тем более работой. Кошелек партийной организации влияет, то есть толщина кошелька партийной организации влияет иногда на итог голосования. Очень большой случай вскрылся благодаря тому, что один из агитаторов пообещал деньги, но не заплатил. То есть положил, я думаю, их в свой карман. Значит, люди, когда брали деньги в деревнях, все-таки честно шли и отрабатывали на выборах, голосовали за СПС. Да, а это национальный характер Коми. Вы это утверждаете, еще раз скажу. Да, у нас есть решение суда. А вот на первом участке из 115 проголосовавших за СПС у нас было около 50 свидетелей. На втором участке из 60 проголосовавших за СПС. Люди просто брали бутылку вина и шли голосовать за партию Немцова? Да, да. А дело в том, что это было настолько массово. Сколько же СПС потратил денег на выборы? Порядка 10 миллионов на субъект. Рублей? Да. Ну, на самом деле, это неплохие вложения. Они получили 8,8% и 2 места в Госсовете. Ну, а теперь как предположение? То есть Союз правых сил. Вот на выборах Госдумы также проедется с деньгами по России. Думаю, что вот именно в сельских районах получиться может. Потому что сельские районы и контролируются хуже, и живут хуже, чем город. А господин Никита Белый, господин Чубайс, они как-то на решение суда в Коми, признавшего, что вы правы, откликнулись? Откликнулось региональное отделение. Оно пояснило, что подкупа не было. А вот федеральные все-таки? Федеральные нет. В наш адрес, например, никаких ни писем, ни заявлений. То есть ни комментариев официальных, ни на сайте, нет СПС? Я не видел. Идет то, что я назвала вот в одной из последних своих работ сюжет упрощения. Чем проще ты, будьте проще, да, и вас полюбят. Что ты смотришь в поднебесье? Суд вынес решение, признал итоги выборов по участку номер 376 Большое Галово в части партийного списка СПС недействительными. Не пошлет Господь известий, ты напрасно.
Но видите, тут не надо Чубайса, не надо демонизировать. Мы понимали, что СПС начнет отказываться от своих представителей, которые, собственно, подкупали. Они начали утверждать, что женщина, которая приехала из Свердловской области, из города Серова, там, где, кстати, очень долго работал господин Баков. Один из идеологов Советского Союза. Да. В республику Гоми за более чем 2000 километров по собственной воле, по просьбе женщин города Серова. Помочь избрать кандидата. Да, при этом она пояснила, что она не является членом Союза правых сил. Ну, вот такая неожиданная активность гражданская. Смерть придет, оставив жизни неразгаданную ложь. Зал стоит, себя... прошу прощения, все интеллигенция. Я понимаю, дело в системе. И участники нашей программы сегодня. Я понимаю, дело в системе, понимаете? Дело в том, что культура совершенно не ощущается как фундамент нормальной человеческой жизни мы в нашей стране. Виноваты мы все. Частный человек вообще исчез в России, вы понимаете? Вот именно в силу того, что существует такое телевидение, такая атака на умы. У нас слишком мало подлинных лидеров, лидеров ума, совести, чувства. Таких почти нету. Больно видеть, как напрасно жизнь бежит, лишая сил. Какое чудо, если есть тот, кто затеплил в нашу честь ночное множество созвездий. А если все само собой устроилось, тогда, друг мой, еще чудесней. Мы разве в проигрыше? Нет. Тогда все тайна, все секрет, а жизнь совсем невероятна. Огонь, несущийся во тьму, еще прекрасней потому, что невозвратно. Полетит из белой рощи перебитый дрожью крик. Ну, это все как в вату. Слово перестали бояться, слово перестали чтить и плюют на него. Пройдет, ну, напишут, так сказать, может быть, полчаса будет кому-то неприятно. И все. Что сегодня происходит в Переделкино? Вот это в цепочке тех же бед. Переделкино, в конце концов, по своей уникальности в одном ряду со сгоревшим Урановым, с гибнущим Абрамцевым, понимаете? И отбирают землю. Отбирают землю, изуродован ландшафт уже непоправимо. Это знаменитое Переделкинское поле, о котором писал и Заболоцкий, и Пастернак. И когда приходили на могилу Пастернака, открывалось оттуда вид. Один лучший ландшафт Подмосковья ближнего. И что с полем? Застраивают 40 особняков. Поля нет уже. Нет, просто. Понимаете? Что было понятно нашим зрителям, эта драматическая история действительно происходит вот сегодня, в эти дни и часы. Слово генеральному директору Литфонда нашей страны. Непостижимо то, что мы хотим решить вопросы по закону. Мы это писатели Литфонда. Мы писатели, решить ее не можем. Мы писатели Международного литературного фонда, который насчитывает 12 тысяч человек. Писатели это Вознесенский, Шатров, родственники Чуковского, Наташа Иванова, Кублановский, имена, которые знает, но вся страна точно. Да. Как это может быть? Это может быть только в одном случае. Наша исполнительная власть на местах и организации, которые занимаются частным бизнесом, срослись. Выполняя постановление правительства, писатели Международного литературного фонда начали межевое дело, чтобы землю оформить или в аренду, или выкупить. Это сколько гектаров в Переделкино? Мы надеялись наивно, что все-таки, согласно государственного акта, 57,6 гектара. То есть, как было всегда у городка писателя? Да. Но когда мы провели межевание границ, то оказалось, что осталось 44 гектара. Значит, потеряли 13. А 13 гектаров потеряли. Стоимость гектара около 2 миллионов долларов. Стоимость гектара в Переделкино сегодня около 6,5 миллионов долларов. Значит, потеряли почти 100 миллионов долларов. Почти потеряли 100 миллионов долларов. Так, как потеряли, расскажите. Значит, смотря на то, что у нас есть государственный акт на право бессрочного, безвозмездного владения землей, администрация Ленинского района изымает у нас эту землю и отдает в одном порядке частным людям, в другом порядке предприятиям, как в собственность, так и в аренду. Тем самым грубо нарушая существующее сегодня законодательство. Позиция власти района. А мы удивлены. Как это так могло получиться? Да мы разберемся. Это
безобразие. Это глава района говорит. Это говорит глава района, господин Голубев. Почему чиновники оказываются сильнее писателей? Потому что государство у нас чиновничье, а не демократическое. Потому что правят чиновники всюду, от малого до великого. Хороший ответ от бывшего министра культуры. Виновата. Бороться надо? Надо бороться, и каждый должен бороться. Так где борьба? Михаил Филиппович Шатров. Как угодно можно относиться к этому человеку, к его творчеству, так, но он человек не молодой. Так естественно. В какой-то момент он будет, что называется, между жизнью и смертью. Да. Утром пришли два человека в 6 утра, вызвали меня, сказали, что я их не знаю, и они меня не знают, это первая встреча. Но они очень много обо мне слышали, и поэтому хотят предупредить. Весь дом начинен взрывчаткой, тротилом. Будет приведен в действие телефонным звонком. У вас есть очень небольшое количество времени, чтобы увести семью подальше. Что это было? Какое-то предупреждение. И поэтому надо приструнить некоторых чиновников из Ленинского района. Вот что нужно сделать. И когда мы закончили межевание дела, те 44 гектара, мы, писатели, 2 года на это потратили, сдали в земельный комитет. Нам в земельном комитете через 2 дня сказали: ой, извините, ваше дело земельное потерялось. Мы спросили, как потерялось? Мы же сдали официально, как положено, у вас охрана. Всякое бывает, потерялось. Занимается земельными делами земельный комитет. Возглавляет его Ольга Кудрявцева. Это земельный комитет района? Да. Это они потеряли наше дело. Когда мы уже пришли с новым делом и сдали его в земельный комитет, нам сказали: вы извините, вы его сделали не по форме. Нужно было сделать на кальке такого-то образца. Это кто сказал? Ольга Кудрявцева. Вот это госпожа. Нашли мы эту кальку, сделали как положено, заплатив, естественно, соответствующие деньги. Положили на стол. Та госпожа Кудрявцева, тыча пальцем в это дело, сказала: сколько у вас переделки на даче? 102. Так вот, под каждой дачей оставьте 6 соток, то есть 6 гектар с небольшим, а остальное все выкиньте. Но дело даже не в дачах, пострадает сама идея, потому что что такое переделки? Это миф, это национальный миф, который уже в сознании нации, так как, скажем, миф Михайловского Пушкинского, как миф Ясной Поляны. Есть некая культурная реальность. Ну, когда вот мы идем, скажем, от станции, вспоминается, свернув в направление к мосту, он входит в весеннюю глушь, где сосны, склоняясь к погосту, стоят словно скопище душ. Вот они, эти сосны, вот этот мост, а он будет только виртуальный. Если все это уйдет, это все кончится. Или, скажем, вот поле, это замечательное поле, которое писатели называли «Неясная поляна». Вот поле перед дачей Пастернака, из дачи был виден кладбище, 3 сосны были видны, из окна Пастернака. Сейчас все это застраивается особняками. Я спросил там одного рабочего: кому строите? Фамилия. Он говорит: я не знаю, ему еще 3 года сидеть. Кстати, это поле не продавал колхоз. Убили председателя колхоза, и потом, значит, все это пошло. То есть это поле колхозное, но это ландшафт исторический. Вот про это же поле сказано у Пастернака в августе. И мы прошли сквозь мелкий, нищенский, ногой трепещущий ольшаник, в имбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник. Вот через это поле, через вот этот ольшаник был. Его нету уже. Осталось только кладбище. То есть из национального сознания изымаются материальные носители вот этой литературы. И не просто материальное изъятие, скажем, земли. Это изъятие из памяти. Это операция на мозге, скажем так. Причем на мозге нации. Вот что это такое.